Здравствуйте, с вами снова те. Сразу хочу сказать привет лазуритному гному. Мы его смотрим. Да, и мы сейчас разминались, как они. Сосисочно. Да, Андрей, Денис, если вы смотрите, привет. Привет всем подписчикам и зрителям канала. У нас благодаря лазуритному гному стало уже 19 целых подписчиков. Ну, может быть, сейчас больше я не посмотрел. Так, и мы снова начинаем наше путешествие. По-моему, третье уже или какое? Да, не четвертое. Но неважно. Неважно. Очередное путешествие. Опять как вы смотрели. Да, мы просто пропустили, чтобы, ну, кто хочет, тот посмотрит первые путешествия, там показываем, как мы это все делаем, все предметы, которые набираем. Да, и сейчас мы также... Сейчас мы просто уже случайно набрали предметы и количество их. Ну, что нам попалось? Нам попались золотые кирки, шапочки... Дерево хорошо, да, это тростничок. А снег это что? Его поставить и ломать из него снег и убивать их там. Да. Там зомби там. А, подожди, я же поздоровался, а ты не поздоровался. Так, я поздоровался. Доброе время суток! Доброе время суток, уважаемые зрители. Это хамик. Мы вас снимаем, вы нас смотрите. А ты как Денис. Не, ну ты совсем как. Лазуритный гном. Ну, хорошо. Так, я Титан Евгений, это мой сынок Дамир Хаммер. Так. Так, на чем остановимся? А, ну да. Ну вот нам хорошо попалась картошечка. Мы потом ее пожарим. А, ну не знаю, можно. И... Это сырое-то что есть? Зубы поранятся. Компас, часы. Но это у нас всегда, чтобы мы видели, да, куда нам нужно возвращаться. И часы просто как бы что, часы на руке. Да, но на голове. И сюжет всегда такой, что вот мы как бы на космическом корабле. Но это мы всегда. Да, где-то потерпели крушение, и у нас... Двигатель остались, да, определенные запасы. У нас двигатель случайное, да, количество случайное. Там. Ну, это кто хочет, посмотрит наши первые путешествия, там все мы объясняем. Да. Так, и теперь, так, я переключаюсь. Теперь мы телепортируемся на точку, которая нам опять же случайно выпала. Кстати, если у нас хватит времени, мы еще успеем... Ну, конечно, вы одна так, из серии... Так, ой, я же не туда, слушай. Да-да-да, говори. Вы одна из серии можете посмотреть, мы показывали постройки. Ну, наши мы построили там. А, на сервере? Да, только я там пушку забрал. Не страшно. Печально. Так, сейчас мы телепортируемся. Вначале я, потом я телепортирую... Ты меня. Хаммера, так. У нас первый координат у нас 15743, это нас зашвырнуло далеко. Потом уровень 65, но как обычно. Это мы стандартно делаем 65, чтобы уровень моря был. Что иначе можно в гору врезаться или вниз куда-то. Ну и так, кстати, можно в гору врезаться куда-то. И в последний координат минус 14 тысяч, это нам тоже пипец, домой ехать надо будет долго. На автобусе. На метро надо, так. Ну да. 765. А где мы метро найдем? Так, все, я телепортируюсь. Давай. Пока, считайте меня кем там, партизаном. Я телепортируюсь. Пока. Пока. Уаха. Я куда-то без. Я как обычно. А, так, ну. Ты тут стоишь, ура! Ну вот, мы телепортируемся. То есть я пока телепортировался. Ты так. Исчез. Ну я жду, сейчас погрузится. Да. Так, о, смотри, я почему-то... Так, уже зомби, за зомби, это нехорошо. Так, нехорошо. Я куда-нибудь сейчас сюда, я... Только бы никто... Меня что, не заметил никто? Все нормально? Давай. Так, значит... А я буду сидеть. Тебя ко мне.
Правильно я пишу? Правильно. Я уже умер. Вот здесь привет. Привет. Так, что у нас есть? У нас есть кирка. Так, подожди, стой. Вот ты сразу что-то начал делать. А, и нам куда? А, нам вот тудысь. Надо нам тудысь. А, ну все нормально. Бежим отсюда! Подожди, нам вначале надо какие-нибудь мечи сделать, так? Давай. Логично? Логично. Ты делаешь верстак. Так, а я пока пошел в глубину. Так, осторожно, сзади там. Зомби идет, сзади зомби идет. Я не боюсь. Но он там как-то застрял. Так, там паук. Он заметил нас. Так, ну я понял. Ну, так, ну я что делать? Я буду отбиваться. Ну, так. Ну, подбивайся, он там. Я сейчас он это... безобидный. Давай я его буду деревом бить. Так, я тут пока поставлю. Мне тоже сделай, я пока. Ну его так то, я его так 2 часа буду убивать. Ну, подожди, так. Деревянное? Быстро мне дай. Что? Меч? Да, потому что я в бою мне еще 2 часа его убивать. А то хоняшка... Нет, а можешь меч сразу... сделать этот? Я его на воде буду бить. Так, я просто хотел камень добыть. А, тревога, спасайтесь, кто может? Чё. А ты обратно иди, он за тебя пойдет, и ты здесь хоть немножко посидишь. Надо до... Всё, я его убью. Там корова. Нам главное... О, я уже пещеру нашел. Не, ну ты там далеко не ходи, потому что все-таки кто-то подойдет, и у нас пока мечей нет. А, ты тут решил сделать? Тогда давай, давай. Так, что там, как он? Ну, немножко до камешков. А камешки будут? Мы... Я уже камешки нашел. А, ну вот все, нормально, все. Да, что-то, постой, мне надо яко сделать. Ну да, вот где графика? А, ну яко. А так это, ну, не знаю, ночь, темно. А ты кирку добываешь? Да, сейчас. Ой, я часами добываю, так. Она только очень быстро кончалась. Ну ничего. Зато она настолько быстро добывает, как кошмар какой. Так. Я уже меньше половины. Ну все, в принципе, нам... Ну как, я не знаю. Да что ты под мной кстати? Все, пока, да? Ну пока. Все, я уже кирку добываю. Да? Ну сейчас, я дослой добью также. Все, добил. Сколько? Теперь мы... Я же... Так. Надо самое главное факел сделать. Ну, да, сейчас все, я печку сделал. Ой, это... Там эндерман. Ну, давай, спускайся пока. Спускайся. Ну, то... Так. Так. Ну, пока уголь там. Пойдем, пока спускайся. Так. Меч. Я ты пока... сделаешь меч? Я делаю. Я сделал меч. А, и кирку. Да. Можно даже 2 кирку, сделать. Кирку, меч и лопатку. А 2 сделай. Сейчас посмотрим. Так, что еще? А, не знаю, топорик надо. А, ладно, сделаю. Я 2 кирки сделаю. Топорик. И, ну, еще кирку одну сделаю. Вот так вот. Ну, и лопатки. Собственно, ну и меч можно еще один. Я себе тоже так же сделаю. Еще один меч. Так, 2 кирки, лопатка, топорик. Ну, все, в принципе. Так. Тростник нам, что, тростник нам особо не надо. Снег особо. Ну зачем нам снег? Я. В принципе, я могу сюда сейчас выкинуть тростник и снег. Ну зачем нам? Только для меня ямку там ставь. Тростник, снег. Там калитку оставим, ей можно это. Что? Ей можно топить. Топить калитка точно. А я, блин, деревом топил. Ладно. Так, а куда дерево? А, ты никуда не делал? А, все. А у тебя есть дерево еще? У меня есть. В смысле, бревна? Бревна у меня всего 4.
Нет, у тебя 12 гривен. Можно сюда положить, и кассу уголь добудем. Вверх положи. Да. Давай, давай, быстрее скорее. Все, все. Туй! Когда уходи. Кожу нам нужно. А почему, если светло, а скелеты? Я не понимаю. Ну, они сейчас будут. Они, типа, они типа в темноте? Ой, ну да. О, нам бы коробок, нам бы броню, да. Да, нам броню-то не помешало. Я, конечно, я скажу, там есть коробки. Только далеко не уходи. Да я тут, тут смотрю. Вот он, зомби. Он сгорал. А вон коробка сейчас. А, так давай я с тобой похожу, что ли? Что? Так. И свинья. Ну, свинья-то поесть. Ты хочешь, я тоже за коровами. О, эй, вон! Свинья, 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 там, там этих коров, кошмар. Вот, пещера так. Я уже. Мне ничего не дала на корову, только два мяса. А какая? У меня три, а на три ничего тоже не сделала. Так. Только вот бы делать кожаный меч. Почувствовал я бы себя. Это что? Вы? Да это уже это тоже. Это, а, тоже? Это капус. А. Привет. Ой, там уже два угля. Сделать факел? Ну. Я сделал немножко. Сколько? Ой, я то есть не сделал, я уголь только. О, сейчас я вот сейчас сделаю. Я сделал там 8. Я 8 факелов сделал. Пока жарит вот так. Нет, я сделал 8 потом. Я не знаю, печку зачем я сделал. Ну, да. Там осьминог умер, бедный. Так, что у меня? Так, так. Пи-пи-пи-па-па-пи-па. Так. У меня уголь нет, у меня угля нету. Я истратил на факел. Так. Еда. Там жара. Я возьму себе парочку. Два свиней. Вот он скелет, даже их еще больше спавнится. Убьешь, убить их? Хотя он без брони я не хочу. Не хочу тратить себе. Драгоценные блоки грани. Так, 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 так. Что, что, что вот. Так? От себе беру, потому что у меня уже две свинины есть. Есть, ну ладно. Так, а он свинина, да? Ну хорошо, так. Там ну, по две бери. В принципе, сейчас уже можно пойти. А давай с собой возьмем. Чего? Вот это вот все. Печки? Да. Ну возьмем. И все там оттуда заберем сейчас. Вот это, оно дожарилось там, да? Да нет, ну потом дожарим. Так, сейчас его. Сделаю. Слушай, мы лодки не сделали. А мы сейчас. А, ну ладно, мы потом пойдем, там сейчас сделаем лодки. На побудьте, сейчас я сделаю. Че, пошли, да? Да. Ну факелы я пока не. А здесь этот. Здесь у нас никак лазурит на дно. У нас нету трикопитейтера. Трикопитейтулу. Ну ничего, мы поснимаем на так скажем, на ванильном Майнкрафте. А потом следующий, может быть, на сборке энергии, да? Да? Да что ты повторяешь? На радуге. Почему я радуга? Энергия. Ой, я уже стою на это. Буль-буль! Так, ну, что, все, и пошли? Я не заметил. Пошли. Что, мы тут немножко набрали, пойдем. Ты время засек, а я время не засек. А, ладно, сколько будем снимать, столько будем. А потом я разрежу это все. Будем снимать, пока не дойдем. Да, надо, значит, дойти. Да, я не заснял, за сколько мы. Ну ладно. Да давай до 6 снимаем.